как говорится, хорошая разминка тоже хорошо. Вообще даже говорить не могу. Упахалась. Нашу кошечку. И всем привет! Вышли на улочку поиграть, да? Да. Да, у нас вон какие это красивые подснежнички цветут. Да, и дождики тоже есть подснежники. Да? Да. И все-таки тоже есть подснежники. И когда-то видели, идем вечером. Да? Идем. Вы, дорогие друзья, видели нашу стенку вот эту вот? Когда-нибудь я вам показывала или нет? Мила! Мила! Зараза! Да, здесь у нас вот есть зайчик, попрыгайчик, есть мама. Да. А это Юнтик. А где Юнтик? А вот есть Лунтик. А тут у Юнтика. Ага. Это пуля, кушнечик его надевает. Да. А это Митя Вадь. Мила наша проказница. Вот так. Мила. Здесь. Мила. Оп, оп. А, ты проказница. Проказница Мила, она да. Она хочет прыгать на улочке. Конечно, она хочет прыгать на улочке, только ее никто не пускает. Мы сейчас пришли повесить белье. Нам нужно. Мам, а, ягодки. Какие ягодки? Это Карина Гавия. Отойди. Это Карина Гавия. Которая Карина говорила. Да. Но они еще не растут, ягодки. Засада с прищепками. Мам, есть прищепки. Где? Вот. Так это же одежа. Кто-то 4 прищепки на одни штаны повесил. Представляешь? Как такое можно? И на это, и на это, и на это, и на это, и на это. На одни штаны 2 прищепки. Между прочим, они похожи уже выставили. Тогда лучше мне не помогать. Мама! Что? Чужая кошка, как у нас! Чужая кошка, как у нас? Где она? Вот она!
Пошли на улицу, туда, на дорогу. Доминика, идем сейчас на дорогу. Нам вчера сделали новую дорогу. Вот мы уже посмотрели видео. Вот. Сегодня я приехала с ночной смены. Покажи вам. Вот. Поспала до обеда, отдохнула. А сейчас будем наводить парадки. Потому что вот они когда делали дорогу. Ну так ты идешь же со мной. Вот, навернули вот такие вот гурбы, да, уже немножко укатали, а вот заехать во двор невозможно. Там он тоже так же есть, вон там он. Вот, поэтому мы сейчас все это будем дело с Доминикой равнять. Ну, а вам предлагаю на это посмотреть. Вот и все, как бы вчера немножко было сделано, сегодня. Сейчас мы с Карой Доминикой пойдем еще к гаражу сходим. Там у нас здесь уже все во дворе прибрано, да, выгребано. Все, все сухое в цветниках. Надо еще глянуть, что возле гаража у нас делается. Сейчас мы посмотрим. Сейчас у нас качество видео 60 кадров, по-моему, минуту, да? 106. Ой. Тысяч. Блядь. Господи, не знаю, короче. 1080p, 60v. Короче, ага, вот у нас. Здесь вот возле гаража. Вот, нужно прибраться. Вот, надо взять сейчас секатор. Не трогай! Взять секатор. Обрезать сухие листики. И обрезать вот эту вот штукенцию. Вот. Сейчас мы... Что ты хочешь в гараже? Он закрыт на замок. Погребать листики. В общем, нужно нам здесь с Доминикой поработать. Ну вот мы с Каринкой... Ой, боже, с Доминичкой уже здесь прибрались. Осталось только кучку вот эту вот убрать, приехать с тачкой, вывезти. Вот, все. У нас уже здесь красиво, все обчикано. Вот, ну еще буду я
Сейчас вообще возле гаража также нужно грабиками поправить. И с той стороны тоже дороги нужно поправить, так как большинство ездим там мы, заворачиваем себе в гараж. В основном зимой берем большой захват заезда, поэтому там нужно больше нам, нежели соседям. Вот. И тут тоже как бы уже не наша. Вот это вот часть уже этих соседей, но как-то так. Хочу еще заснять, показать, какие у меня у нас есть цветочки красивые. Да, только я забыла, как они называются в данный момент. Вот какая красота. Мне так они нравятся. Красотули. Они даже не упали. Ты Мика, моя бабатуха. Да, бабатуха. Да. Какие красивые подснежники. Хочу розы, пока не буду обрезать. Но вот есть розы, которые почернели. Вот. Я думаю, наверное, уже все, то, что почернело, возможно, отойдет. А можно их просто вот так вот обрезать. Но сильно резать не хочу, так как 1, 2, 3, 4, 5, 6 кустов, которые я черенковала 2 года назад. Вот в том году был первый год, как они сидят. Это уже второй год, можно сказать. Второй сезон, как они сидят. Не помню, с какого куста я сюда их сажала. Хочу дождаться цвета. Вот, чтобы знать, что это за кусты, чтобы ими можно было поделиться, возможно, уже этими. Катьке, семье Даниловой. Я черенковала розы. Возможно, если я так понимаю, что этот куст, вот этот вот розовый, который мой, темно-розовый, красивый, пушистый, то этот куст поедет к семье Даниловой. Пока что дошла до этого кусточка, вспомнила. Называются они крокусы. Крокусы. Красотули такие. Да, крокусы. Ну вот, еще повыгребала листья с клубники. С этой вот старой, там, где у меня под спонбоном когда-то была, выдрала весь спонбон, который вот оборвался со временем. Вот, чесночок, потеплел на улице, чесночок уже начинает потихонечку вылазить. О, какой же хорошенький такой чесночок. Вот. На улице тепло, весна, хорошо, я уже разогрелась, но, правда, куртку не снимаю, это потому что все равно присутствует ветер прохладный, можно заболеть, вот, так что работаем на улице, свободное время, вот, пока никаких таких интересных новостей у нас нету, работаем, живем и радуемся жизни, чего и вам советуем. Так же самое жить и радоваться жизни, радоваться солнышку, птичкам, теплу и солнышку. Все у нас будет хорошо. Всем счастья, любви, здоровья. Всем пока-пока.